Привет всем маньякам! Сегодня у нас 25 марта, и я решил съездить на рыбалку на наше смоленское ТЭЦ. Находится оно примерно 10-12 километров от моего дома. Рыба там, ребята, есть, но поймать ее с берега мне там удавалось нечасто. Да и не люблю я туда ездить, там постоянно ловит весь город. Там каждый день не меньше сотни человек. И если одному-двум человекам удастся что-то поймать, то это хорошо. Ну, на фоне того, что их там было 100 человек, создается впечатление, что рыба есть. И 100 человек по-любому кто-нибудь что-нибудь поймает. Так что сегодня у меня будет рыбалка чисто прогулочного характера. Не знаю, поймаю, не поймаю. Тупо погуляю по берегу нашего смоленского ТЭЦ-2. Взял сегодня с собой тиру, взял там джиг-приманочек всяких. Похожу по берегу, покидаю. Может, что интересное получится. Короче, вы увидите. Ну что, прибыл я на озеро. Тут такие вот интересные таблички. Выход на лед запрещен. Купание запрещено. Там еще дальше есть таблички. Рыбная ловля запрещена. Тут вообще все запрещено. Здесь у нас еще кусочек льда есть. Не оттаял. Ну а дальше чистая водичка. Вот такое у нас смоленское ТЭЦ-2. Вон трубы торчат. ТЭЦ дымит, все как положено. Ну, пойдем вон туда, вон дальше по дамбе. Там вроде чисто. Ну, не знаю, что там получится у меня ловить с берега, там на дне как-то не очень твердо. Ладно, попробуем. Если здесь на дамбе не получится, то пойдем, вон там вон есть коса. Видите, там одинокий фонарик горит вдалеке. Вот там у нас коса. Там попробуем. Что-то никого нету. Две машины каких-то вон стоит. Не знаю кто. Рыбаки, не рыбаки. Я-то думал, тут народу будет. На улице у нас сегодня минус. Лед. Ну, минус небольшой, минус один где-то. Так, мужики, спиннинг у меня сегодня до 22 грамм. Катушечка Shimano Vanquish. Взял ее так, как на ней самая тонкая плетенка, какая у меня есть, намотана 0,6 по Японии. Это чтобы дальше с берега можно было закинуть. Сейчас поставлю флюрик, поводочек от компании просто 0,4. И в путь. Дошел я до дамбы. Вот такая она у нас. И пока дошел, у меня замерзли руки. Я даже не знаю, сколько сейчас на улице, но явно не минус один, а градуса 4 будет. У меня даже зимой так не мерзли, как сегодня. Попробуем. Дно здесь мягкое вроде было. Не знаю. Пробуем. Первый забросик. С плетеночкой 0,6 хорошо так пошло. Упало. Грузик 10 граммиков. Да, дно не звон. Вот тут ступенька, и все, на мели вытащил. Там как ступенька все равно. Да, ловить придется чисто на выбросе. Здесь глубина уже 2,5-3 метра пошла. И 10 грамм не канает. Что-то мне
не нравится. Сейчас еще пару раз кину, там ступенечку обловлю, как бобровку. И пойдем дальше. Поставил 6 грамм. Может быть, получше будет. Правда, не полетит так хорошо. И вот такая вот рыбка от белорусских друзей. Fishing Today канал прислали мне. Попробуем. А плетеночка-то примерзает. Да, 6 грамм. Полетело процентов на 30 меньше, чем 10. А, ну зато хоть падает 2 секунды. Мелко тут, надо дальше идти. Не докидываю я до бровки. Тут только на мармадроч ловить. Мелковато. Пойдем дальше. Прошел по дамбе метров 50, не было ни поклевочки. Сейчас вот пытаюсь вот здесь вот на сливе вдоль стеночки что-нибудь поймать. Лед вон на плетенке. Офигеть. Фига себе. Весна, лето. Сейчас мы вот тут вот вдоль стеночки протащим. Может, там какие-нибудь судачки прижались и сидят. А может, арматура. Скорее всего, арматура. Опа. Попробуем окуня поймать, раз судачок не клюет. Вот такая вот у меня шмакодявочка есть. Тоже от белорусских друзей. С канала Fishing Today. О, какая. Если ее не съедят, ну тогда я не знаю. Пойдем в другой конец озера. Вообще нет ни тычочка. Прошел всю дамбу. Хоть бы раз кто дюбнул. Даже вот эту вот малявку не едят. Видите, вон там беленькое здание. Это насоска. Попробуем пойти туда. Сейчас тут по кругу все обходить. Километра 2 получится. Ну ладно, будем пробовать. Так, мужики, дошлепал я до насоски. Здесь вот одна труба затягивает, другая выливает. Хрен поймешь, что тут творится. Раньше обычно вот здесь вот ямка. Кто-нибудь клевал. Или окунь, или судачок. Ну, небольшой. Больше килограмма я тут не видел судачков. Ну, поклевывало. Ну, зато здесь обрывов. На дне вон камни, арматура, всякая фигня. Будем кидать. Покидал. Ни тычка. Даже вот вертушку попробовал покидать. Тоже бесполезно. Пришел я, ребята, на косу. Здесь он поплавочников куча сидит. Вон там дальше. По воде масло течет. Прям можно в машину заливать. Вся поверхность воды в масле. Только плетенку засирать. Покидал тут десяток забросов. Ни тычочка. Совсем что-то хреново. Кидал я резинки.
не клюет ни разу даже, ни капельки, ни чуть. Будем сейчас пробовать китайского Итошайнера кидать от Беркинга. Такой у меня вот красивый рублерок есть. Ну, обзор я делал, наверное, кто подписан, те видели. На вид как настоящий. Итошайнер 115 СП. Сейчас его покидаю. Все, мужики, перепробовал все, что можно. Не было сегодня ни одного тычка. Я даже не знаю, что дальше делать. Наверное, соберусь и пойду домой. Всем удачи. Пока.